Сказка эта не легенда древняя. Иисус Христос был вознесен на крест, и мертвым был во гроб положен с древа, и в третий день из мертвых он воскрес. Воистину воскрес, и легче дышится. Воскрес, но говорит ребенка зря. Воистину нам пение птичьим слышится. Воистину воскрес, цветы твердя. Сегодня праздник ближнему и дальнему. Христос воскрес, воистину воскрес, воистину воскрес, и легче дышится. Воскрес, но говорит ребенка взял.